Так, всем привет, ребята, я продолжаю выживать в мире паразитов, и сейчас я соберу кактусы в нижнем мире. Так, вот свинозомби, здорово, как у тебя дела, тут в аду. Так, вот они, те самые кактусы. Правда, нужен еще плюс песок душ. Но сейчас я возьму его тоже с собой. Мне нужно очень много. Мне нужно очень много этих кактусов. Но стак где-то соберу. Ну все, собрал. А теперь песок душ собираю тоже стак. Так, саженец дуба сейчас уберу, а потом я уже в своем мире посажу его. Ага, все, уже стак есть. Ну все, возвращайся обратно в свой обычный мир. Ай. Так, а где ж спуск? А, я вспомнил, что он там. Где он там? Ага, вот он, вот он, вот он. Ну, сейчас я пойду домой и возьму пихтовые доски. Сейчас накопаю еще землю, чтобы посадить этот дуб. Сейчас я его посажу где-нибудь. Отдали от елей. Ну, где-то здесь. Все, пускай растет. Так, сейчас я верстак возьму.
О, нормально. Только надо листву здесь убрать еще. Готово. Сейчас это уберем. Сейчас я пойду сделаю люк. Че, обычный дубовый люк. Вот здесь я буду сбрасывать паразитов. А, ну сейчас лопата, кыш. Так, сейчас я выкину этот мусор. Ну, семечко не буду выкидать. А ты что тут делаешь с жителями? Чё? Он половину моих жителей убил. Он уруптор не трогает тоже моих жителей. Черт, половину моих жителей убили. Ну ладно, сейчас заспавню новых. Готово. Ну все, иду выкидывать этот мусор. А, это ж ежевика, тю. А я называю кактус. Ну, из-за того, что по форме чем-то похож на кактус. Ну ладно, я с вами прощаюсь, и сейчас всем пока.